Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Посол Варатре? Йеннифер говорила, что тебя можно расспросить о текущих делах в мире. О войне, обо всем. Разумеется. У одного слуги императора не может быть секретов от другого. Позволь, перейдем к Кардио. Как идет война, не считая того, что она неизбежно закончится триумфом Нильфгаарда? Мы беседуем с глазу на глаз, без свидетелей. Так что давай оставим пропаганду, даже под маской иронии. Наступление шло замечательно, до зимы. Мы разбили темерские войска в пух и прах. В Аэдирне был такой хаос, что никто даже не сопротивлялся. До первого снега мы вышли на линию Понтера. Остался ослабленный Каэдвен и рядание Родовида, который проигнорировал мольбы всего Севера о помощи. Мы думали, что он запросит мира. Может, даже принесет вассальную присягу. Уверенные в победе, ждали, когда сойдет снег. Родовид принесет присягу? Да, мы зря надеялись. Вместо того, чтобы слать к нам послов или выдвинуть в нашу сторону войска, Родовид прошел через заснеженные Пустульские горы и атаковал Каэдвен, своего союзника. Родовид застал их врасплох. Поскольку каэдвенцы и так упали духом, достаточно было нескольких проигранных стычек, чтобы они сложили оружие и перешли на сторону Редании. Так, к весне вместо двух ослабленных врагов у нас был только один, зато могущественный. Кажется, я услышал в твоем голосе восхищение. Родовид — враг. Но я не могу отказать ему в хитрости. Он провел нас как детей, и не слишком сообразительных. Вернемся к войне. По весне дело дошло до великой битвы на пастбищах Велена. Великой, но не решающей. Потери с обеих сторон были огромны, пожалуй, беспрецедентны. Родовид отступил за Понтер. Пока что он там в безопасности, до тех пор, пока с юга не придут подкрепления. Тогда император Имгир Варемрейс расправится с ним окончательно. А почему вы просто не пошли домой? Сберегли бы всем силы и множество людских жизней. Боюсь, ставка слишком высока, чтобы бросить карты. Теперь можно играть только ва-банк. Как сейчас в Велене? Плохо, как всегда. А может, даже хуже. В этом краю никогда не было молочных рек с кисельными берегами, а теперь он захлебнулся в крови. Войска прошли через него несколько раз, вытоптали поля, ограбили амбары, сожгли деревни. Начался голод. Понятно. И как у вас получается управлять этим раем на земле? Не очень, честно говоря. Наши силы и так растянуты, а Велен — это сплошные топи и густые леса. Тяжело контролировать такую территорию. Многие патрули не возвращаются в гарнизон. Так что сейчас там правит от нашего имени один Нордлинг. Он был мелким офицером в темерской армии. Филипп Стенгер. Более известный под своим Ном-де-Гер «Кровавый барон». Не связывайся с ним. По-хорошему тебе советую. Какие вести из Новиграда? Вольный город все еще вольный? Да, хотя все знают, что ненадолго. В Оксенфурте сидит Родовид, а император здесь, в Изиме. Слишком близко. Обоим нужны деньги и мощный флот. А Новиград может дать и то, и другое. Поэтому атмосфера в городе несколько нервная. То есть... Как люди справляются со страхом? Они ищут утешения и козлов отпущения.
Церковь Вечного Огня прекрасно это понимает. Поэтому она обещает верующим лучшую жизнь и выискивает виновных. Кто развязал войну? Кто на ней зарабатывает? Известно кто. Чародеи, эльфы, краснолюды. Словом, выродки. Я на должности в Новиграде уже 13 лет. Сперва как консул, потом посол. Я многое видел. Жестокость, цинизм, алчность. Но даже меня бросает в дрожь от того, что сейчас там творится. А что нового на Скеллиге? Ничего. Островитяне же так этим гордятся, правда? Делать все согласно традиции, как деды и прадеды. А потому, как деды и прадеды, они грызутся друг с другом, крадут, иногда нападают на наши транспорты. Это утомительно, но не более того. Скеллиге всегда был на обочине истории. Там и останется. Ты так уверен? А если король Бран сумеет примирить ярлов и поведет их против вашего флота? Король Бран – немощный старец. Из того, что я слышал, он даже не помнит имен своих вассалов. Так что вряд ли что-то получится с объединением. Спасибо за помощь. Не за что. Пусть великое солнце освещает твой путь. Чем могу служить вашей милости? Отдай мои вещи. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Насхан, Сквин. Я хочу сыграть в карты.
Ты сбежал из этого. А? Я хочу с... Thank you.
неверный шаг, и ты пожалеешь. Винхар, Тревот Ивен, Эссахайн Вадгерн Геральт. Гарен Вадгерн, Лакайн. Здравствуйте. Тильзоэ Эвейк. Глория айн артапеайн. Чем вы красите волосы? Отваром корня петрушки? Несте дату. Да? Да? Хайль Херзаер. Сквес. Ке? Насхан Эсгвин. Нентемир Даэтрен. Тильзоэ Эвейк. Авеан Керзаэр, эссете твена дан инкарнаэ порву. Винхар, Твеглад Ивен, эссе ахаэн.
Глория Айн. Зегена Туэн. Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Вперед, плотва!
дикая охота запала. Но пошла. Невинный был, как цветок лилии. А вы Но кровавый барон, кровавый барон голову знает? От гнева потерял и велел ему кожу со спины содрать. Я что, знаю, кто ты такой? А вы чего тут крутитесь? Кровавый барон о вас знает? Сперва войска пришли. Потом мор. Теперь голод. Остлявая должно быть рада. Еще бы миску молока через порог. Тогда мороки точно бы не вошли. Поболтать хочешь? Поищи кого другого, меня от голода тошнит. Чтобы их всех дикая охота забрала. Но... Аж сдаваться собрались. Но, видно, черным не с руки было с пленными баландаться. В кольцо взяли. Резали мясники, резали до последнего живого человека. Теперь вот на лугу этом маки растут. А может, лужницы кровью напитались. В штейгерах, как какая-нибудь бабка занедужит, ее сразу в лес за хворостом посылают, чтобы ее там чудища сожрали. Ходить во Вронице.
Хозяйки добрые, хозяйки милостивые. Болтают. Откуда столько доверия в людях? Бейте, сударь! Не видишь, жрец молится. Не прогоняй его, Родрик. У каждого есть право припасть к источнику милости вечного огня. Ведьмак, приблизься. В чем дело? Возрадуйся. Ибо даже столь низкое по природе и сословию создание, как ты, может послужить славе вечного огня. Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Они гниют в общих могилах, или же их оскверняют трупоеды. Так не годится. Это будет мое доброе дело на сегодня? Это доброе дело будет щедро вознаграждено. Я знаю, что такие, как ты, не работают даром. Я этим займусь. Тебе зачтется. Чем больше добрых дел, тем это, ну... Да, замечательно. Вот тебе освященное масло. Польешь как следует и подожжешь, ясно?
Пламя должно взвиться до самого неба, во славу вечного огня и все такое. Где мне тебя искать, когда я сожгу тела? Я буду у моста на Новиград. Давай, плотва. Освещенное масло. Ну, надеюсь, загорится. Теперь Игни. Все. Развяжи меня! Сейчас же новые набегут! Если набегут, я ими займусь. А сейчас давай-ка поговорим. Я предпочитаю знать, кого развязываю. Ян Вердун служил в 10-й Мариборской. Что-то ты отстал от своей армии. Моей армии больше нет. Нильфы ее разбили. Но я дал дёру в лес, не дожидаясь этого. Пристал к группе беженцев, преисполненных, сука, патриотизма. Едва они узнали, что я бросил Тимерию в беде, связали меня как тюк и оставили на поживу утопцам. Я тебе помогу. О, спасибо. Я уж думал, ты меня тут оставишь на верную смерть. Хотел бы я тебя как-нибудь отблагодарить, но у меня даже ломаной кроны нет. Что делать? Такие мои убытки. Спасибо, ведьмак. Пусть тебе повезет. Thank you.
быстрее. Держи. Чужаки! Спасайся, кто может! Не отдам ее! Не отдам! Она как хрюкнет, все тут же услышат. Ее заберут, а нас поубивают. Так я сам ее заколю и под лежанкой припрячу. Только сучьим детям не отдам! Я ищу одного человека. Зовется Гендриком. На кой он тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыль жонки. Текай отсюда. Я черный вход открою. Я еще не допил. Корчмарь, водки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил. Ты, седой, на что тебе два меча? А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Ведьмак. Спрашиваешь, зачем мне два меча? Один для чудовищ, другой для людей. Член у меня один. Не трожь его. На него глядеть-то нельзя. Он похуже прокаженных будет. Видал я одного такого. Полдюжины людей порубил, кровь повсюду, а сам и не почесался. От него трупами смердит. Если желаете отдохнуть на моем постоялом дворе, Милдред, пожалуйте за мной. Покажу вам лавку. Вхожу в халупу, а там мужик стоит с сыном. Вот ладный хлопчик, думаю. А дочку, должно быть, спрятал.
Всегда их успевают запрятать, сучьи дети. Дурень-то думал, что меня перехитрил. А что, нет? А я мелкого говнюка резанул так, аж юшка из носа пошла. Кто-то старик удивился. От тебя мертвяками воняет. Проваливай! Спасибо, Милздарь, что не стали затевать свары с этими поганцами. Я ни в свои дела не лезу. Желаете, Милздарь, остановиться в моей корчме? Нет. Ага. Мне надо только узнать, где Генрик. Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, им перцы напали. Кто такой Генрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда, не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся, и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Ведьмак! Как вовремя! Я так понимаю, для меня есть работа? Да, насчет брата моего Микеля. Он забрал баб из кузницы и повел их в горы. Неделю тому как. Баб из кузницы? Кузница. Богатая деревня была, пока через нее войско не прошло. Хаты сожгли, кладовки объели, мужиков в рекруты забрали. Ну и остались бабы одни. Ни еды, ни крыши. Себе взять их никто не хотел. В Новиград реданцы их не пустили. Ну так Микель повел их к старым шахтам. Там хоть от дождя можно укрыться. И теперь от них ни слуху, ни духу. Я мог бы этим заняться, если награда будет побольше. Что-то как-то многовато. Ладно, речь же о жизни моего брата, можно и раскошелиться. Договорились. Ну ладно, поищу твоего брата. Как его узнать? Да это не трудно. Он там на всю компанию единственный мужик. Иногда останки в таком состоянии, что трудно определить пол. Останки? Сплюньте! Самое большее дорогу перепутал. Ну а если что, были на нем опорки из телячьей кожи. Сапожник подошвы делал. Я ему говорил, не ходи в них в горы, попортишь только. А он ими так гордился. Этого должно хватить. Спасибо. Спасибо вам, господин. Куда вы сгодитесь, ежели с голоду передохнете?
Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк.